Всем привет, добро пожаловать на мой канал. У нас сегодня хоррор Black Ice называется. И давайте мы не будем тянуть и начнем. Whatever, don't believe her. Whatever you do, remember she. Whatever you do, don't let her, him. Престани Кей, говорит нам игра. Очень резко. Я поставил графику на низкую, ну не на низкую, а на среднюю, потому что что-то она очень висела у меня. На полторашечку нормально будет, нет? Сейвинг. Нет, не будет нормально. На 0.5. Ой, на единичку только можно поставить. Ладно, давай. Ну, плюс-минус, ладно. Что делать надо? Я за ребенка играю или что? Ни хрена себе он ложится. Дождик на улице, 20 градусов в комнате. Не в комнате, а на батарейках. И чё? Опа. Put away, rotate, through. Бросить, я так понимаю, да? Носки лежат. Что делать нужно? Кто там? No, where did I put my key? Давай найдем твой key. Key. Может, она сама откроется? Подвисает игрушка, она так фризит неприятно. Чё такой маленький-то? На кровати я стоял гораздо выше. Стою. Вот здесь мы и будем. О! Тыковка. Так, отсюда видно все, в принципе. И мы можем отсюда найти ключ. Хотя ни хрена отсюда на самом деле не видно. Отсюда можно только сброситься и типа... кидаться можно. Страшные игрушки. Не люблю такие звуки от игрушек. Юз. Ёлки-палки. Страшно было. Очень страшно. О! Заметить, что здесь все очень-очень громко. Очень громко. Мне нужно покрутить все или что? Мне нужно все вентили покрутить. Можно еще раз юзать это? Нет? Нет, нельзя юзать еще раз. И ключи я потерял. О, спиннер. Куда я положил свой ключ? Да я не знаю, куда ты положил свой ключ. Что твой ключ? Что ты дал? О, привет. Она не разбивается? Может быть, ее можно разбить и... Да подожди. Ротати можно делать. Нельзя ее разбить, короче, понятно. О, что это? Карта. Колода карт. Сундук. Экзамен. Мэтр. My secret toy chest. А кто бы знал этот пароль-то? Ну. Я не понимаю, что мне нужно сделать. Мне нужно найти ключ. Ну, ключ мы не можем найти, потому что... Хотя бы потому что я не знаю, где он лежит. Во! Выделяется же ведь даже. Нет? Хрен дать, говорит. Выделяется. Это тоже не трогается. В мусорке? В мусорке тоже ничего нет. Тогда у меня больше... У меня больше нету этих, как сказать... О! 731, я понял. Пойдем. 731. 731. Один. Отлично. Открылась эта хреновина. Ротати. О, ключ нашелся. Take. А можно еще что-то посмотреть, нет? Злых собак вот этих, например, которые были на... этой... Как его называют? На заставке.
казалось. Чего? У меня какой-то личный кабинет открылся, чего-то я не понял. А, ладно, бросим это дело. Пойдем дверь открывать. Тихо. Чего? А! Кошка. Где кошка? Кошку жалко. Мяукает кошка. Плохо ей. Лопайся давай. Ну давай уже, елки-палки, побежали. Только этого от нас и ждет игра. Слишком быстро она пролетела. О, это уже другая комнатка. Привет. Ты кто? Ни хрена себе пил. Это что хоть? А, это куколка. Брось ее нафиг отсюда. Собака. Пойдешь на превьюшку. Где ты плачешь, ребенок? А, кухонька какая-то детская. Чё все моргает во все стороны, не понимаю. А, здесь тоже 20 градусов, здесь хорошая температура, ребенок развивается равномерно, плавно и не имеет никаких проблем со здоровьем. Собака, кстати. Ну-ка, ты это самое. А, плохого ничего не делай тут. Давай, я не могу, меня плывет аж все перед глазами, я даже нормально играть не могу. А, грабнуть можно вот это потрогать, вот это все потрогать можно, только толку от этого никакого нет. Чего? Чего? Ой. Ой. Че было-то сейчас? А, это все. Я понял. Вот такая вот игрушечка. Короче, в июне, 5 июня, двое детей мистическим образом пропали из резиденции такого-то, такого-то. А полиция investigates the case, не нарушитель имеет... Не найден был, короче, полиция, suspect full play, что-то там, или что он что-то там, что-то это, или убили. А, один полицейский офицер нашел картинку ребенка с красными, ой, с черными глазами. А, картинка найдена, короче, на пороге и что-то там в крови. А, непонятно ни хрена дальше. И, короче, в городе имел нотифит Хариф Ивент. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До встречи в новых видео, ребят. Всем пока.